Ребята, всем привет! Купил себе вот такие вот колодки, передние, тормозные. У меня уже подошло время на Пассате их менять. И вот сейчас лазю, ковыряюсь с подвеской, буду менять и колодки тоже. Я, конечно, офигел с того, насколько они подорожали. Я вкину в описание ссылочку, вот, где делал видео на колодки ТНС. Шпаковка, завод, они мне, в принципе, понравились. Они стираются и как бы не стирают тормозные диски. Вот в этом они мне понравились. И они довольно-таки хорошо тормозят и когда горячие, и когда вода попадает. Вот. Ну, то есть прекрасно себя ведут. Мне, вот лично мне, они понравились. У меня был клиент, которому они не понравились. Потому что у него был заклинивший тормозной суппорт, и они буквально за неделю у него на одном колесе стерлись. Вот. Ну, а так бы стерся диск, если бы были какие-нибудь другие колодки. Вот, в этом плюс. Но, к сожалению, я зашел, стоили они 413 рублей. Тут прошло, наверное, полгода прошло. И они уже 1050 стоили. Я их заказал, прошло 3 дня. Захожу посмотреть, что там мои колодки пришли или нет. А они упали в отказ и стоят уже 1350 рублей. Жесть, конечно. Ну, нашел вот такие вот Зекерт в другом магазине за 870 рублей, что такое. Ну вот, вот они. Они вот так вот в пачке у меня в машине, ну, уже катаются, наверное, второй день. Воняют просто полный пипец. Такое ощущение, как будто кто-то мне нассал в машину. И эта моча высохла, на нее дует печка. Запах просто финиш. Вот, от этих колодок. Я не знаю, что с ними будет, когда я их поставлю, как они себя поведут. Но пока что, ну вот такое вот дело об этих колодках. И инструкция. Мне тут понравилась в этой инструкции одна очень интересная вещь. Такого я еще нигде не видел. Так, вот она. Ну, когда вы уже поменяли колодки, важные рекомендации. Следует избегать экстренного торможения первые 200-500 километров. Как так? 200-500 километров избегать экстренных торможений. А если надо будет? Что тогда делать? Бить машину какую-нибудь? Или пешехода давить? Ой, блин. Ну что, ладно. Ставлю сейчас. И посмотрю, как этот Зекерт под этим каталожным номером встанет на моего пассатика. О, видите, насколько сильно я уже стер свои ТНСы. Ну, вот уже тут клепка появилась. Такой кругляшок видно. Трещинки пошли. Тоненькие. Ну, еще потормозили бы. Это я уже сколол, когда сводил колодки. Тоже тонюсенькая. Ну, да, эта сторона чуть-чуть потолще. Но здесь уже, вот видите, как-то она ее начала сдирать, колодку. Прям кусками. То ли тут какой-то мусор. Такой более толстый, наверное. Ну, край начал уже подтираться. Ну, вот эту колодку еще можно оставить на всякий пожарный. Бывают такие моменты, когда люди приезжают и говорят, поставь хоть что-нибудь. Ну, и вот эту тоже оставим. Эти две в металлолом. И две оставляем в запас, кому-нибудь уйдут по 100 рублей. Ну что, ребята, хочу с вами поделиться своим мнением о колодках Зекерт, ну, по сравнению с теми же ТНС. Вот. Проехал я, конечно, мало, даже, ну, километров, наверное, 20 на данный момент. Но все равно еду, подъезжаю к светофору, давлю на педаль, ну, там 300 метров до светофора, давлю на педаль тормоза плавненько, вот, качусь и притормаживаю, понимаю, что чем больше по времени я торможу, тем хуже становятся тормоза, вот, тем сильнее приходится давить на педаль тормоза, чтобы машина тормозила. То есть ближе к перекрестку я уже с хорошим усилием давлю на педаль тормоза. Это вот такое, ну, первое впечатление об этих колодках, о том, как они себя ведут, эти Зекерты. С ТНС у меня такого не было. ТНС, они вели себя хорошо.
А эти прям пока что мне не нравится пока что. Вот. Дальше, конечно, я еще посмотрю, как они будут себя вести. Вот. И при следующей замене колодок я с вами поделюсь своим мнением об этих колодках. Но пока мнение плохое. Потому что не должны себя так колодки вести. Ты должен сесть, ехать и в любой момент тормозить. А если я сейчас в горы поеду, да, ну, куда-нибудь на спуск длинный, у нас в городе есть такие спуски, будут тормозить, они меня что, откажут, что ли? Не, это не вариант. В общем, ну, пока что вот такой вот отзыв по колодкам. Всем добра, всем пока, всем спасибо и смотрите, что покупаете. Тормоза — это ведь не шутки.